Всем привет! Давайте разберем эту песню. Ставим каподастр на первом ладу. У нас будут три аккорда. F, C, D, M. Ставим F. Вначале мы играем только по басовым струнам. Играем вот такой бой. То есть, смотрите, сначала F мы не ставим, мы просто как бы кладем пальцы на струны и все. И просто два у нас щелчка бьем вниз. Потом уже ставим F, бьем вниз, ну, уже с поставленным аккордом. И так мы делаем два раза. Потом мы бьем один раз щелчок, один раз аккорд. То есть получается вот так. Все вместе, весь аккорд F выглядит так. Теперь зажимаем C. Но в таком виде, не в таком, не в обычном, а барре на четвертом ладу будет, на второй, третьей, четвертой струне, шестой лад. И делаем то же самое. Тут уже стараемся поаккуратнее, чтобы флажолеты не звучали. То есть вот получается вот так. И теперь у нас аккорд ДМ. Но в самом начале можно его не зажимать. Я вот как делаю, я просто шестую большим пальцем глушу. И, соответственно, тут тоже вот этой частью ладони глушу. И бью просто по пятой и четвертой струне открытой. А, эти я тоже глушу. Вот третью, вторую, первую тоже глушу и шестую. То есть у меня только пятая и четвертая звучит. А вот это, видите, я вот тут большим накрыл, а тут вот этими пальцами. И тут, соответственно, мы просто глушим вот этой частью ладони и бьем два раза. Ну, тот же самый бой играем. Два раза щелчки, аккорд. Два раза щелчки, аккорд. Щелчок, аккорд. Только аккорд ДМ мы играем два раза вот этим боем всем. И начинаем заново. Потом можно перейти на обычные аккорды. Играть можно обычно шестеркой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. ДМ два раза. Потом следующие куплеты уже можно обычными аккордами сыграть и просто тот же бой играть. Вы первые два. Вот когда щелчки, вы просто по басовым струнам бьете, а когда звучал аккорд, то сильно бьете вниз. То есть получается вот так. В целом вот вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.